общем, пока тут парни готовят лодку к подъему, и мы хотим протестировать, посмотреть на необрастайку, да, после сезона. Тут у капитана тачка есть, хорошая тачка. У нас в багажнике оказалось полировальное молочко. У капитана проблема, проехался по кустам. Вот они, эти царапины, видны. Мы взяли бумажную салфетку и полироль. Еще мы взяли наше моющее средство, биологически разлагаемое, которое разведено на 5%. Я это дело все помыл, фактически обезжирил. Потом взял полироль, бумажной салфеткой отполировал. Вот царапины здесь. И вот царапины здесь. Царапин нет. Потом все это дело покрыл воском и растер микрофиброй. Ну и вот результат. Царапины растерты микрофиброй. И вот здесь продолжение этих царапин по кузову. То есть все это сделано вручную, без всяких машин и всего такое. Вот она и сила яхтенной полироли. В данном случае это полировальное молочко, которым, кстати, я делал и свои моторы. В общем, можно сейчас всю машину сделать, но, блин, наверное, за сколько? За час можно сделать. Будет красота. Но уже надо идти парням помогать поднимать лодку. Всем добра!